Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Поставил бочку пластиковую, налил воды, пускай греется. Здесь я пересаживал с теплицы огурцой где-то 10 дней тому назад. Они только вот тронулись в рост, а до этого как-то плохо росли, хотя я поливал практически через день. Вот. Так, пойдем дальше. Здесь надо прокашивать меня. Все так зарастает быстро. 5 дней и уже все заросло. Здесь у меня укрыто кабачки, потому что они любят в тепле расти, у соседей уже большие. Здесь у нас клубника. А я вчера только не поливал. Целый день мне просто некогда было. Вот. Клубника довольно крупная. Сорта Клели, Альба и Крымская крупная. Заказывал в питомниках Крым садовод или садовод Крым. Игорь там мне прислал. Вот, он мне выслал 15 штук корней. То есть по 5 штучек в каждый сорт. Ну вот уже это клубника, это уже как бы внучка. В прошлом году и на маме, и на дочке я клубнику уже кушал. Вот, а здесь была картофельная делянка. Я решил здесь сделать это. Здесь одна картошка вылезла через отверстие. Вот такая клубничка уже довольно крупненькая, хорошенькая. О, ну какой размер, примерно 2,5 сантиметра, наверное. Вот, и здесь вот она краснеет. Вот сейчас она отцветет, можно закрыть белым агроспамом или агроволокном, утрасилом, как называется, с бонбонтом, для того, чтобы птички не склевали ее. А то бывают случаи, утром встаешь, а ягод уже нету, их уже кто-то сожрал. Поэтому надо укрывать. Сейчас надо поискать это белое агроволокно, где-то у меня было. И прикрывать буду. Она и спеть будет, ягода, быстро. И вон там красненькая тоже, уже штуки 4 уже красненьких. Вот, подкармливал азофоской. Столовая ложка на 10 литров теплой воды. Вот, немножко сейчас подкормил чуть-чуть, чтобы ягода наливалась покрупнее. Вот, ну там 16% все азота, там калия, фосфора. Ну, встречаются такие ягодки не очень крупные. Это вот, видите, мелковатые. Это говорит, что ус был не первый, а третий. То есть, когда вы хотите вырастить клубнику, ну, если у вас есть какие-то знакомые, то берите всегда первый ус. Первую розетку. Сейчас покажу, какую розетку. То есть вот от клубники идет вот эта розеточка. Вот видите, вот первая. Вот. А дальше пошла другая. То есть мы что делаем? Мы делаем, отрываем вот этот ус, дальше, который пошел. Оборвали его, и все. Вот из этого, это у нас продуктивные розеточка, которая на будущий год, если мы осенью или летом посадим ее на грядку, то мы получим такие же крупные ягоды. Вот. Не забывайте обрывать, оставляя только первую розеточку. Дальше они идут по стацвету. То есть она будет расти вторая, третья, может быть даже четвертая. Там уже вы ничего не получите. Только первая даст полноценный крупный урожай клубники на усах. Усы лучше желательно высаживать в конце, в середине августа. То есть она, клубника, успеет корни пустить, и она хорошо зимует. То есть вот эта клубника сорта Клери, Альба и Крымская крупная, она морозостойкая. То есть она не требует укрытия. Вы только ее посадите на черную пленку, на высокую грядку. Вот. Естественно, подкормите в течение, ну, вот этот август, 15 августа посадите. Вот она как бы начнет тронуться в рост, и все. И еще сентябрь поливайте, и вот на будущий год вы с хорошей крупной клубникой. Вот, понятно, да? То есть, вот я оставил вот эту. Все. Больше ничего не надо оставлять. То есть первая вот еще пошла. Смотрите.
Вот еще идет еще усик от этой розетки. И вот этот надо обломить. Вот. Вот обломили и все. Она будет расти только на эту розеточку и пустит корни. Ну, можно взять стаканчик, ее туда присыпать в стаканчик. Она будет уже в стаканчике расти. Как она окренится, можно усик отрезать. Вот, и она будет уже жить в стаканчике с вами. Только не забывайте обрезать уже. Оставляю только первую, а вторую, третью надо обрезать и выкидывать. Если вы это забудете сделать, то когда вы будете сажать эти усы, случайно можно схватить и вторую, третью, на которых будут ягоды мелкие, или их совсем не будет. Здесь вот, вот картошка, еще подсвекольник растет, вот он. И вот тоже надо выдернуть. О, нафиг он здесь нужен. Так, все. Единственное, что картошка влезла, зараза. Скотина мне. Так, и вот мы прополку делаем. Вот эти вот листочки, которые ненужные, вот лопухи. Вот лопух где-то вырос, где-то вот эту часть тоже выдираем. Желательно с корнями. То есть вот это все надо пропалывать. Оставляю только саму ягодку. Ягодку оставляю. Ягодки оставляем, остальное, что растет в этой дырочке. Сорную траву надо вытирать. Обязательно. Я думаю, понятное было видео, что оставлять, какие усы оставлять на плодоношение на следующий год. Вот. Спасибо за просмотр. Картошка влезла, зараза. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока. Так.